Здравствуйте, магазин Лючит, серебряные украшения. Сегодня у нас опять завод Невский, и сегодня у нас, видите, все изделия, все украшения у нас имеют вот такую вот овальную форму. Знаете, мы что-то так подумали и решили сегодня помочь с выбором женщинам, у которых круглое лицо. Круглую форму лица, естественно, очень хорошо можно, скажем так, нивелировать, да, немножко его вытянуть именно вот такими вот овальными украшениями. То есть они будут сглаживать немножко эту круглость. Если вам хочется свое лицо немножко вытянуть, то вот это ваш выбор. Для тех, у кого лицо обычное, нормальное, как бы средней формы, вам можно носить любые украшения. Сегодня мы радуем женщин с круглым лицом. Артикул на сайте 13521. Посмотрите, натуральный розовый кварц, великолепное украшение, прям такой хорошенький. И розовый кварц такого натурального, спокойного, ровного цвета. Снизу он подсвечен ниткой фианитов, и благодаря этому он будет так вот немножко искриться. Хорошо садится кольцо вот на такие две галочки, расходятся внизу, как обычно, овал. Опять же, смотрим с тыльной стороны, никаких подложек нет. И 19 размер кольца придется мне мерить на 18,5. Но он мне велик, реально сядет хорошо на 19,5. Посмотрите, какое красивое украшение, да? Причем эти фианиты вот дают такое изнутри как бы свечение, но не особо их видно. И сережки. С тыльной стороны у нас достаточно высокая швенза, она нивелирует вес сережек. Опять же, обыкновенный английский замочек. И здесь у нас прекрасное раздолье для плотной мочки уха, для высокого прокола. Про низкий прокол надо задуматься, наверное, будет как бы заваливаться сережка. Посмотрите, какой комплект. Его можно и к классике отнести, и выходным его можно сделать, да, таким вот нарядным, красивым. Мне кажется, прям очень хорошая такая парочка-выручалочка. Будет работать у вас во многих-многих вариантах. И с классикой, и с праздником, и со всем остальным. Точно такой же комплект у нас есть с синтетическим синим авантюрином. 17,5 размер носа, размер колечка. И 17,5 сел мне четко на 17,5. Посмотрим его тоже поближе. Смотрите. Вот такая вот красота. И есть такое же колечко у нас с натуральным перламутром. Сейчас мы сделаем, чтобы они перевернуты были. И натуральный перламутр у нас 18 размера. Буду мерить на 17,5 свободно. Знаете, на 18,5 чуть-чуть, вот прям чуточку свободно. В принципе, кто любит плотно, вполне себе можно позволить. Посмотрите, какой красивый перламутр и как он хорош с тыльной стороны. Показываю тыльную сторону специально. Да? Вот такой вот рабочий комплект. На празднике великолепно будете выглядеть в белом перламутре. И еще один тоже комплект овальной формы. Здесь прям такая классика, без всяких излишеств. Артикул на сайте 13160. 18 размер сердолика. Хочется просто сам сердолик поближе показать. И буду его вращать, чтобы наши лампы его не портили цвет. 18 размер с тыльной стороны, видите? Камушек весь на просвет, как лялька. Вот такая красота. Это хороший такой рабочий гарнитурчик. Посмотрите, здесь у нас замочек порядка 7 миллиметров. Внизу, видите, есть сужение некоторое у замочка, поэтому если у вас очень плотная мочка уха и очень высокий прокол, то может не сесть. Ну, такие прямо проколы бывают редко. И с тыльной стороны у нас, видите, швенца приподнята, а центровка сделана очень хорошо, чтобы сережечка не заваливалась. И за счет того, что комплект темного цвета, он еще лучше будет, если лицо у вас круглое, еще больше будет его вот так вот в линеечку выстраивать. И следующая модель у нас, она пришла в трех цветовых вариантах. Первый чароид, артикул на сайте 13122. 19 размер, шикарный совершенно чароид, посмотрите. И у Невского такие божеские цены на чароид. 19 размер, но придется мне на 18,5 мерить. Хорошо колечко село, тоже рабочий гарнитур, без всяких излишеств. Смотрите, сережки у нас опять с тыльной стороны швенца приподнята. И здесь мы можем говорить про средний прокол. Крючочек порядка 7 мм, в длину тоже где-то 8 приблизительно миллиметров. Очень хорошо открывается, поэтому прекрасный вариант. И здесь мне кажется, что сережки, ну, как правило, только вот в таком виде. В обратную сторону они будут такие, как лапы какие-то, треноги. То есть вот в таком формате мы смотрим. Чароид, конечно, восхитительный. Еще такой комплект у нас есть с кианитом. Называется, светит синим глазом. 17,5 размерчик. Кианит, мне кажется, универсальный камень. Он практически для всех, скажем так, цветотипов подходит. И такой же комплект с лабрадором, который тоже достаточно универсальный. Очень много, многим женщинам он подходит. А размер у нас 18. Я как-то не глядя начала его на 17,5 мерить.
Хотя нет, давайте посмотрим, как сережки будут смотреться вот в таком варианте. И, конечно, у Невского всегда шикарный лабрадор. Посмотрите, какой он дает синий отблеск. Прям мечта, да? Вот кто нам моргает синим глазом. Так что выбирайте, получайте удовольствие, поддерживайте свою базу ювелирного гардероба, и мы всегда вас ждем в нашем магазине. До свидания!